Mixed Nutrition.
Порталы слаб, катка крупного запонтала. По-чешски говорит почти как по-русски. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте! 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 Оля Белякова, привет! Передаешь? Оля Белякова, Россия! Белякова, Оля! Жилина! Жилина! Мазала Днепро! Yeah. Yes? Yeah. Yes? Yeah, I got beer Mazala May. So, see you in May. In May, Словакия, Мазала Днепро. Oh, Mazala Днепро. Wir haben 5 Schuss gegen hunderte Leute gedrückt und sagen, dass wir jeden Tag immer noch in Berlin blühen und weitergehen. Das ist unglaublich. Я подойду, у тебя интервью засниму, когда ты отсюда спустишься, хорошо? Хорошо. Aber vielleicht mal... You're from Russia, so I'll give you a little bit. Slayer? Yes. Slayer from Russia? Yes. Give him a little bit of Russian. Very good. Beautiful man. Mutant. Привіт, мої друзі з Росії! Олександр, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай! Drink водка! No? Вот интересно, вчера Амикс был полностью пустой. Сегодня появился Денис, и сами вы видите, что творится. Катя, Катя, козлика моего в интернет повесь. Козлика, козлика, рысарь с козликом. Я Денису подарил. My present. Surprise, Dennis is coming out. Yes. Вот так вот. Мертвый стенд превратился в живой. Работа Тимандро. Матиас и Матиас и Денис. Что-то шпрехают. Привет! Привет! You're beautiful girl! Thank you very much! Это видео пока. Машем ручкой и говорим. Чуваки, мы все! Привет! Да, привет! Привет! Вот для этих особенно привет! Машем, Ислав! Леша, вчера тебя искал, мне сказали, нет, сегодня только. Да? Вы еще, так понимаю, с вещами только здесь и еще не развещались? Или уже живете где-то? Мы живем, мы вчера вечером приехали. Красавцы. Короче, колбаса лучшая какая? Правильно, еврейская, белорусская. Которую мне последний раз дали, я палку сожрал фактически без хлеба, без всего. Кремлевская. Какая нахрен кремлевская? Вот только что вы мне дали палку, я такой вкуснее колбасы советских времен не ел. Все, ребят, я пошел, потом вернемся, переговорим. У меня тут микрофон есть, мы все сделаем по-взрослому. Вы видите, Леша, все стоят с твоей дудукой. Так стоят, у меня в гостинице ни хера... Извиняюсь, интернет не пашет. Я Копчику должен был передать вчера очень много. Но а его нету? Нет, у него свои дела. Ну какая разница? Он там должен монтировать все. Я до 3 часов ночи с ним пытался передать эти файлы. И как говорят эти самые, фиг вам, индейское жилище. Леша, улыбнись. Не спал ночью, что ли? Это ты нехороший человек. Раз, два, погнали. Специально для Ислам, для Александра Тимошенко, эксклюзивно кофе Нутрен и Оксана Рабец. От Нутрен, да? От Нутрен. Сделано с любовью. Вай. Ислап.ру представляет любительскую Олимпию 2014 года в Праге. Давай по-русски. Скажи еще один раз. Ничего страшного, Копчик все вырежет. Все лишнее вырежет. Ты скажи по-русски, скажи. Друзья, говори, друзья. Друзья. Друзья, мы вас ждем в Праге. Мы вас ждем в Праге. Мы вас ждем в Праге на наших соревнованиях. На которые пройдут, покажи пальцем, какие соревнования. Вот эти соревнования, вот они. Они пройдут в Праге в июне месяце в этом году. Ждем всех.
Три гостиницы современных. Офигенная экспо-выставка большая. И огромный-огромный зал для выступления. Категории. Вот они еще раз. Это мужские. Это женские. Открытые категории. Так, а где у нас получается про-карту? Вот. Три про-карты получают женщины. И две про-карты получают абсолютные победители категории у мужчин. Итак, июнь месяц, 6-7 июня, Прага. Любительская Олимпия 2014. Портал East Club для вас, для нас, для всех.